Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И в этом видео у нас речь пойдет о 5-м каталоге компании Oriflame. И именно о том, что мне понравилось, какие здесь классные есть продукты, предложения и что я буду заказывать для себя и для своей семьи. И если вам интересна такая тема, то приятнейшего вам просмотра. Каталог начнет свое действие со 2 апреля и будет действовать до 21 апреля. И в этом каталоге много чего интересного, и давайте начнем смотреть уже его. Самое интересное предложение находится в самом начале каталога, как мне так всегда почему-то складывается мое впечатление, и в конце каталога. Вот конкретно в конце каталога меня вот это предложение очень интересует. Цены классные на зубные пасты, которые я всегда заказываю для своей семьи. В этот раз тоже обязательно что-то возьму. И щеточки тоже по классной цене предложены. И дочка говорит: мам, мне надо уже эту щетку обновить. Этим предложением я воспользуюсь точно. А вот по поводу вот этого предложения, которое сейчас есть в начале каталога, вы мне очень много задавали вопросов и интересовались вот этой вот тональной основой. И на моем канале выйдет несколько видео с ответами, даже видео с нанесением этой тональной основы, как, что и вообще, как она мне. Сразу скажу вам, брать я ее для себя не буду, она у меня есть в оттенке фарфоровой. Кстати, вот эта тональная основа сейчас нанесена на мне, потому что с утра мы с вами были у меня дома и снимали, так скажем, макияж, нанесение разными видами. Эту тональную основу наносила я ее бьюти-блендером, наносила я ее кистью Giordani Gold для нанесения тональной основы и наносила я такой щеточкой. В общем, если интересно, найдете это видео на канале, посмотрите. Ну, в общем-то, у меня в оттенке есть фарфоровым. По итогу, как вы видите, вот она смотрится вот так. Именно фарфоровый – это второй оттенок, который здесь представлен. Сначала идет ванильный, потом фарфоровый. Вот он. По итогу, в принципе-то, все как бы ничего. Вот прошло несколько, наверное, не более 2 часов после нанесения этой тональной основы. И вот так она выглядит. Ну, конечно, на ней пудра нанесена, и там румяна, все остальное. Я пыталась там что-то корректировать, свои там прыщики, как вы видите. Ну, в общем, как бы вот так. Но брать я ее не буду. Маме моей очень нравится, я вам уже об этом говорила и говорю. У нее сухая кожа, обладательница. И вообще, девчонки, знаете, как бы экспериментируйте, пробуйте. Посмотрите видео, как она ложится, наносится, а там уже сложите свое мнение и поймете, нужна она вам или нет. Ну, за такую цену взять можно, попробовать можно, в принципе. А вдруг она вам подойдет? Это вот она мне так, обладательница комбинированной кожи. Ну, вот как-то. Ну, конечно, у меня тут свечение нанесено и все, но если вы хотите сильно скорректировать, спрятать, вот, ну, вот видите, прыщики не прячутся. Ладно, румяна скорректировали мне какие-то покраснения, все остальное. Но остановились так долго на этой тональной основе, потому что действительно давно ее не было по такой цене. И была ли она вообще, я даже не помню, потому что я ее купила в виде новинки. Ну, как бы вот так. Листаем дальше, что же у нас тут интересного. Будем останавливаться, давайте, на самом интересном для меня в этом каталоге является новинка от Giordani Gold. И это у нас жидкая губная помада Эликсир с SPF 15. Вот столько много цветов интересных. Вы знаете, мне нравится, причем даже я бы так сказала, что каждый меня прям заинтересовал. Ну, новинку попробую однозначно, протестируем ее с вами тоже. Скорее всего, какие-нибудь, может быть, вот этот цвет. Так вот, и знаете, и вот бордо мне нравится, и изысканная фуксия. Ну, и, скорее всего, розовый бархат. Ну, вот эти вот оттенки. Очень хочется мне взять такую помаду, которая будет держаться классно, никуда не деваться, потому что вроде как она таковой и является. А я как фанат хороших средств декоративных не могу просто пройти мимо этой новинки, которая меня очень заинтересовала. И аппликатор здесь будет супер прям удобный. Ну, в общем-то, я, по крайней мере, жду от него, от аппликатора и вообще от этой помады, именно
вот этих вот своих впечатлений, о которых я вам рассказываю. Что я тут прочитала, что я тут увидела и сделала, какие я выводы по поводу этой новинки. Цвета классные. Если это будет помада, напоминать мне помаду от Шанель, которая у меня есть, там любимая, очень несколько цветов, и она прям держится, и все классно. То за такую цену, купив даже все, это как одна Шанель. Ну, можете, да, представить. Ну, может, да, примерно так оно и получается. Поэтому это выгодное предложение замены, так скажем, моих любимых Шанелек. Так что меня это очень, очень выгодным предложением в этом каталоге является линейка Optimals. И она представлена здесь настолько разнообразно. И, кстати, вы мне очень много задавали вопросов по поводу нее. И давайте начнем смотреть. Вот та серия, которой многие интересовались. Это у нас серия с возрастными признаками борется. Что я хочу вам сказать? Вот из этой всей серии я пользовалась тремя продуктами. Это сывороткой, это, конечно же, тоником и молочком. Что хочу сказать? Вот они мне все три очень понравились. А по поводу вот этих вот средств сказать ничего не могу, не покупала. Здесь классные цены. Вот это мне очень понравилось, я бы даже повторила бы это. Нужно посмотреть, потому что цена действительно заслуживает внимания, и нужно посмотреть, если есть эти продукты у меня в запасе, я, конечно, не буду брать. А вот сыворотка – это продукт, который заканчивается очень быстро, очень часто, потому что сыворотку наносишь, ну, по крайней мере, я наношу ее под дневной и под ночной крем, как бы не экономлю ее, и поэтому она мне заканчивается очень быстро. Вот эти продукты мне понравились. Следующая линейка Optimals, это у нас уже серия от пигментации. Что хочу сказать по поводу этой серии? Вот эти два продукта мне очень понравились. Это у нас пенка для умывания против пигментации и тоник против пигментации. Эти продукты мне понравились, я бы еще раз их повторила и попользовалась с большим удовольствием. По поводу кремов для лица вокруг глаз... Я не в восторге, вы знаете, у меня наоборот лицо от этих продуктов жирнится. Может быть, это только у меня, я не знаю, но наоборот, этот прет блеск, который нельзя ничем убрать. Летом я также пользуюсь тональной основой и не считаю, что мое лицо должно там что-то отдыхать, мое лицо должно быть выглядеть нормально. Вот, поэтому я жирный блеск. И вот эти вот продукты мне не подходят. Я не знаю, насколько они борются с пигментацией. У меня пигментации, слава богу, нет. И если она у меня возникала там после поездки там, в Турцию там, или еще куда-либо, то пилингами от как бы очищением у меня все убиралось. С пигментацией, знаю по отзывам, ну так, как бы борется на средней волне, так скажем. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Следующая линейка. Следующая линейка, это у нас вот так выглядит увлажнение 24 часа. Так, ну из этой линейки я пробовала раз, два, три, четыре. Эти купила, до них еще не дошла. Сразу скажу, что увлажняющий гель для умывания для всех типов кожи. Не поняла его. Вот не поняла его. Вы знаете, вот оно как-то особо не пенится. Особо не... Ну, в общем, я бы его не повторила бы себе, хотя он у меня, наверное, в запасах есть. Вот этот вот увлажняющий тоник, мне он очень понравился. Очень понравился, действительно такой приятный, какой-то освежающий, хороший. А матирующий дневной крем флюид для жирной кожи. Неплохой крем, неплохой. Да, неплохой кремчик, как-то у меня меньше с ним блестело лицо, я его брала и в отпуска в прошлом году, когда было очень довольно-таки жарко, да. Сыворотка для лица для всех типов кожи, мне тоже очень понравилось. Эти продукты купила, но еще и не пробовала. Ну и вот так вот мы с вами пробежались по Оптимусу быстро. В общем-то, в каждой линейке я попробовала, что-то мне нравится, что-то нет. Поэтому
пробуйте, тоже экспериментируйте, и потом под видео пишите свое мнение, что вам из Optimals нравится, что вам подходит, а что нет. Представлено очень много парфюмерии по выгодным ценам, это как вот Divine Idol, нравится, пользуюсь им, я бы так сказала, редко. Love Potion, оба классные, вкусные, прям суперские. Вот на этот смотрю, на темный смотрю давно, ванильно-фруктовый смотрю давно, хочу, у меня давно-давно он был. Кстати, даже, знаете, мой супруг его вспоминает. При всем при том разнообразии и количестве моих ароматов, он как-то особо или спокойно к этому относится, или просто не заостряет на этом внимание. Но вот про этот аромат хочу сказать. Он мне как-то намекнул, что... Помнишь, он у тебя был? Для меня это стало таким, знаете, таким приятнейшим открытием, что он все-таки интересуется иногда, чем я пользуюсь. Вот, так что надо почаще спрашивать у мужчин, что им нравится. Так, ну что, листаем каталог и будем останавливаться на самом интересном. Вот здесь вот в каталоге представлена палитра теней в трех вариантах. Вот такая вот яркая у меня есть, пользуюсь ей, ну, не сильно часто, но иногда какие-то, если хочется сделать какие-то акценты, сделать какой-то макияж поярче, я что-нибудь из этой палитры использую. Смотрю вот еще на среднюю палитру, но пока в раздумьях, думаю, ну, вообще тени хорошие, и... Ложатся хорошо и растушевываются, и носятся, и не осыпаются. В общем-то, тени, которые заслуживают внимания. Дальше, на чем хотела бы я ваше внимание заострить, это вот новинка прошлого каталога. Вот эта вот тушь со освежающим эффектом, делающая взгляд более открытым. Вы знаете, она мне очень понравилась. Если вы смотрели мое видео, я прям... наносила ее, но сказала, что не всегда люблю первые затесты. Ну да, первые затесты как бы вот, ну вот она у меня на ресницах. Я думаю, что вам ее видно. Вот тушь, заслуживающая внимания. Конечно, в прошлом каталоге она была более выгодна, потому что ее можно было купить одну за вот эту вот цену. Сейчас при покупке двух тогда будет на каждую вот такая вот цена. Но тушь мне понравилось. Я как и любила в бордовой упаковке именно такую кисточку, и мне нравился эффект. Также и вот эта вот тушь мне очень понравилась. Дальше, что же у нас тут интереснейшего? Ну, не знаю, вот эта тушь вот тоже по хорошей цене, но что-то я как-то ее не оценила в последнее время. Ну, знаете, предпочтения, во-первых, еще меняются. Что-то пробуешь лучше, что-то... И еще смотря в какую... Какие этапы жизни, я бы так сказала, в каком состоянии, смотря, находится твоя кожа, твои ресницы, волосы, все остальное, поэтому в этот момент ты можешь тебе подходить, и ты будешь от этого находиться в полнейшем восторге, а в какой-то другой момент ты это попробуешь и скажешь, фу, это мне не подходит. Ну, это мы с вами вообще честно о продукции разговариваем, правда? Я на своем канале всегда честно говорю, нравится, не нравится, и буду покупать или больше никогда, как говорится. Еще один разворот страниц, который заслуживает нашего внимания. Тестировали мы с вами вот эту вот новиночку, этот спонж для макияжа а-ля Beauty Blender. Он мне очень понравился, хорошо наносит тональные основы, как раз-таки вот этим спонжем я и наносила... тональную основу Giordani Gold, которая с пипеткой. Следующее. Вот на этой вот стороне, что меня заинтересовало, это стойкий консилер новинка. Представлен в двух цветах. В идеале, конечно, хотелось иметь бы два, потому что лицо, цвет лица меняется. Сейчас будет и все-таки у нас весна, солнышко, там лето не за горами. Будет оттеночек меняться. Но светлый, наверное, все-таки более универсальный. Также мы с вами протестировали вот этот вот праймер для визуального уменьшения пор. Пользуюсь, наношу его на определенные какие-то там участочки. Вот щечки, вот здесь вот крылья носа, если здесь какие-то порки вижу расширенные. Чтобы они визуально, они, конечно, не уменьшаются, но они просто визуально заполняются этим... праймером, и когда наносишь тональную основу, у тебя уже ровный получается такой вот нанесение тональной основы и ровный тон кожи.
Поэтому продукт интересный, но он такой маленький, 20 мл, но тоже рассмотрите его, если у вас расширенные поры и вы хотите добиться более ровного нанесения тональной основы. Еще остановите, заострить ваше внимание на вот такой вот страничке, на которой представлено очень много продуктов из линейки Giordani Gold. И вот здесь вот смотрите, написано 50% скидка. Это у нас тени из линейки Giordani Gold. 50% скидка только вот на этот золотой оттенок, и его стоимость вот уже 479 рублей. Остальные тени тоже идут со скидкой, но уже цена их 759. Вот, видите, на мне нанесены... Ну, я тут комбинировала даже три оттенка теней вот этих вот. Нанесены бежевый атлас, вот он. Потом лиловый кашемир, вот здесь вот по низу, и в принципе вот этот уголок. И вот здесь совсем чуть-чуть я нанесла синяя замша. Смотрю на эти тени и хочу дозаказать себе два оттенка, которых мне не хватает. Это все-таки золотой шелк возьму, раз он по такой очень выгодной цене, почему бы и нет. Качество теней, смотрите, какое шикарное. Зашла я в Ревгоше была. Что-то мне нужно было там приобретать. И мне девушка-консультант спрашивает: ой, а что же у вас за тени? Может быть, она хотела мне сделать комплимент. Я, конечно, не исключаю этого, да. Но я думаю, что она поинтересовалась с интересом. Что же за тени? Может быть, действительно, ее позыв был искренний. Буду на это надеяться. А что же у вас за тени? Так смотрятся классно и вообще так дорого и красиво. Ну, действительно, смотрите, как они смотрятся. Я говорю, это тени Giordani Gold, это Oriflame. Она, да, никогда бы не подумала, я подумала, чтобы это тень, что это тени какие-то Yves Saint Laurent, там, ну и начала мне такие марки называть, которые, сами понимаете, по стоимости намного дороже, чем эти тени. Поэтому я сама вижу, и мы с вами сколько уже делали макияжей, кому интересно, посмотрите, с этими тенями, и они смотрятся действительно дорого-богато, держатся отлично. Эффект у них просто такой вау. Ну, я не знаю, я думаю, что вам видно, что я вам рассказываю, вы сами все видите. И поэтому вернемся к этой странице, к этим теням. Я решила, что почему бы и нет, сливочную парчу надо взять. И тогда золотой шелк для акцентов. Поэтому посмотрите на эти тени, если вы что-то для себя присматриваете, ищете. Они нисколько не уступают именно действительно таким дорогим маркам. Они классные, они, мне кажется, даже лучше, чем те, которые есть там. Ну, я могу сравнить, у меня есть там, я люблю Шанель, да, вы уже знаете. И у меня есть и тени, там, несколько палеточек от Шанель, поэтому могу сравнить, что эти тени класснючие, рекомендую вам. Заинтересовала меня, конечно же, вот эта вот новинка из линейки Novage. Это у нас тканевая маска. Одноразовая тканевая маска. Вы ее открываете, наносите на лицо. Максимум, что вы можете вот эту вот эссенцию или субстракт, или крем, что там будет, гель, там, не знаю, нанести, еще подержав, когда вы уже подержите эту маску, и она у вас будет подсыхать, так скажем, эта тканевая, вы сможете еще раз уже остатки выдавить на эту маску, увлажнить ее и как бы до конца использовать этот продукт. Интересно, посмотрю, подумаю, 299 рублей за одно применение. Вот, поэтому... Это на один раз. Здесь продукта внутри 15 миллилитров. Но хорошие маски всегда стоят дорого. И, конечно же, хочется эффекта от нее тоже увидеть, если я ее куплю. Как вы вообще к этому относитесь, тоже напишите. Будете для себя вот такой вот заказывать или нет? Потому что я, знаете, как обычно, смотрю каталог, это классно, а потом уже, когда сажусь делать заказ, может быть, что-то у меня меняется, может быть, я вообще заказываю то, на что я не смотрела изначально, увидя в каталоге. Но бывает, мои первые впечатления о каталоге не совпадают с тем, что я заказываю на самом деле. В каталоге представлена обновленная линейка шампуней и средств по уходу за волосами серии HRX. На этот раз есть серия, которая мне
всегда нравилась, и я ей пользовалась всегда, особенно вот этим вот продуктом, именно вот этим вот. Это у нас тоник-стимулятор роста волос. Вы знаете, что хочу я вам сказать? Я очень рада обновлению этой серии в плане даже упаковки. Вот так вот выглядело это до, вот так выглядит это сейчас. Я очень рада, что шампунь изменили на вот такой вот шампунь обычный с крышкой. Да, это смотрится красивее, да, это может быть там... Я так думала, когда я увидела Одум с дозатором, как я люблю, как круто и вау. Нет, вы знаете, этот дозатор потом чук-чук-чук, и уже остатки продукта никак не достать снизу. Начинаешь там что-то придумывать, что-то там это я уже потом вот это придумывать, и я уже потом это не люблю. Поэтому я лучше вот обычный тюбик, и использовать до конца. Классные результаты от этих продуктов, поэтому я прям хочу. Здесь у нас есть тоник-стимулятор роста волос, шампунь-стимулятор роста волос и средства для придания объема волосам, которые у меня еще есть. Ну, в общем-то, я вот смотрю на эту серию и рада обновлению. Конечно, обновилась вся линейка и много-много чего еще, но именно... Вот те продукты мне нравились, и мне хочется их еще повторить. Супер предложение в каталоге за супер цену. Это именно вот эти вот большие гели для душа, 400 мл, их стоимость 99 рублей. Это очень выгодно. Это большие бутылки за 99 рублей. Даже когда маленькие за 99 рублей идут по цене, это тоже как бы классно. А тут реально большие. Супер! Для всей семьи, ну, в общем, это, как здесь правильно в каталоге написано, уникальное предложение, за которое нужно зацепиться. Я так считаю. Поэтому смотрим, что еще в каталоге. Мне понравилась вот эта вот новинка. Сейчас мы не успеем оглянуться, как наступит лето, и когда мы начнем одевать открытую обувь, босоножки и все остальное, и хочется, чтобы наши пяточки выглядели и были в отличном состоянии. Ну, хочется, чтобы они были круглый год такими. И поэтому здесь очень много интересного, чего представлено. Вот эта вот пилка новая. Я хочу свою там обновить. Меня она заинтересовала. Также здесь, если вы натираете там, да, пяточки, тоже есть продукты под пяточки. Есть еще новинка. Вот такая вот в линейке по уходу за ногами. Это у нас увлажняющий лосьон для ног. Вот такой вот увлажняющий лосьон для ног, чтобы не было пересушенности, сухих ног. И вообще после таких, знаете, конкретных процедур, когда вы сделали там хороший такой пилинг ножкам, нужно ножки увлажнить и одеть еще бы такие хлопчатобумажные носочки, чтобы этот... эффект у вас сохранился как бы на ногах, эффект увлажнения. Нанести, одеть носочки и вообще лечь спать. А утром у вас будут шикарные пяточки, ступни, там пальчики. Просто будет вау-вау эффект. Я вот на этот продукт смотрю прям и засматриваюсь. Расширилась линейка продуктов серии Life Nature. И здесь мыло, гель для душа и лосьон для тела с таким крутым, вот я бы сказала, ароматом, кокосовая вода и дыня, и мне это очень понравилось. Это вот та серия, про которую я вам говорила, что меня заинтересовала новая серия в следующем каталоге. Это вот она. Здесь как раз-таки как новинку можно взять по выгодным ценам, беря по два. Можно взять вот так, можно взять вот эти два, как хотите два, или каждого по два, и тогда будет цена очень выгодная. Аромат классный, вы знаете, вот все, как я люблю. Вот люблю я, и кокос люблю, и дыню люблю, вот, а вот это вот вместе, это просто для меня идеальное вообще что-то с чем-то. Редко такое бывает, но... Вот, наконец-таки, оно сложилось воедино. Так что этот аромат для меня просто супер. Ну и, конечно же, вот эти бальзамы. Бальзамы для губ. Я их не особо люблю. Я наношу такие бальзамчики на ночь и ложусь спать. Но, вы знаете, как бы я люблю наши очень бочоночки.
со смягчающим средством. Но таких ароматов там же нету. И здесь такая цена 99 рублей. В следующих каталогах этот бальзам будет стоить дороже. А вчера дочка тоже понюхала, посмотрела каталог, и что тоже мне из этого каталога попросила заказать, но я вам пока об этом не говорила, да, и не говорю, потому что это вы все увидите в моем заказе. Но вот эти запахи, она говорит, мам, как пахнет, вообще круто. Каждый, дыня люблю, манго люблю, кокос люблю. Вот из этого разнообразия я не могу выбрать один. Я не знаю, как кто-то может выбрать один. Мне очень сложно просто выбрать один. Поэтому это у меня будет как бы вечерний уход моих губ. А если мне, ну, знаете, понравится, может быть, я и там даже как-то буду на постоянной основе как-то тоже днем дома там что-то наносить. Это меня очень заинтересовало. Ну и все, вернулись мы уже к концу каталога, к тому предложению, которое мы обсудили с вами в самом начале. Пролистали вот так вот быстро вот этот вот пятый каталог. Ну, я не знаю, как вам, а мне показалось очень быстро. Классный каталог. Да каждый классный по-своему каталог. В каждом что-то хочется. Но действительно, предложений очень много выгодных. Вот эти вот все новинки, которые здесь представлены. Это для вас, я думаю, не секрет, я вам Америку не открою, все эти новинки в следующих каталогах будут дороже. Поэтому, если вам что-то здесь нравится и вас это заинтересовало, берите это в этом каталоге, потому что потом оно станет дороже. И когда это надо будет столько времени ждать, когда эти продукты опять станут по такой выгодной цене. Ну, не всегда хочется ждать, и поэтому лучше воспользоваться вот этими выгодными предложениями, которые есть в этом каталоге. Ну, я надеюсь, вам это видео было интересным и полезным, поэтому пишите комментарии на те вопросы, которые я вам задала в этом видео. А я вас целую, обнимаю очень крепко, и всем вам пока-пока. И вы, самое главное, напишите, снимать такого рода видео вам или нет. Буду ждать ваших комментариев. Пока-пока!